вечер. Сегодня персона Грата на необычном вечере очень необычного дуэта. Их зовут УГЭ. Уриевский Василий и Гардин Михаил. Вот, собственно, и все, что известно об этих людях. Хотя нет, есть еще кое-что. Себя они называют фрик-бардами, а остальное увидим и услышим уже сейчас. Стало лето, хочу летом. Происходит волшебство, какие-то превращения. Летом еще не поздно попросить прощения. Она сидит закутана в шаль, она все помнит, ей чего-то жаль. А внутри горячая кровь. Ну где же солнце, где любовь? Она же помнит тот квадратный метр, а там давно уже торговый центр. Самая страшная чума из прочих чум. Зима достала, лето хочу. Летом происходит волшебство, какие-то превращения. Хотя бы ощущения. Летом еще не поздно попросить прощения. Летом жизнь, моя любимая игра. И я еще не проиграл. Тьфу-тьфу-тьфу, я только ранен. Играем. Мы, наверное, не знаю, на сцене я буду об этом чаще говорить, но я иногда чаще говорю. Ну, да скажу, да. Ну, скажу и вам. В двух словах. А просто сначала задал вопрос, как называть. Еще когда я играл один, мы не сразу вдвоем. То есть мы играли вдвоем, но выступал я один всегда. Только вот где-то года два назад мы стали вот именно выступать вместе. Ты же сегодня хотел интервью лизнуть. Ну, вот он, да, он стесняется. Так вот, и я думаю, как называть себя? Вот, ну, как надо какое-то название для себя придумать. Думаю, ну как бы, ну бард. Ну то, что я выхожу с гитарой, к микрофону и пою песню. Ну это бард, ну как бы. Ну пусть, как бы, естественно, современный бард, он не такой, как был в 60-е. Он уже другой. Он, все, ну, музыка, время, все влияет, как бы, естественно, все понамешано, и уже другие песни. Но тем не менее, все равно, ну, бард, ну как еще назвать? Министрель, там, я не знаю, трубадур. Ну, вот. Но тут, ну, я подумал, что надо все-таки добавить что-то, чтобы что отличало меня от классических бардов с бородой и свитерах, а и добавляла какой-то вот этой молодежной шизанутости, которой у меня много там в песнях, какого-то там. И тут я думаю, ну вот, ну фрик, ну придурок, да, дурачок такой, фрик. И как бы тут фрик-бард. То есть как бы вроде бард, но дурак такой. Вот. Полунинский дурак. А еще такие, как вы, есть вообще в мире? Я не знаю. Вообще, как бы, поскольку это я придумал, я не знаю. Ну, то есть, Владимир, само фрик-бард. А еще вопрос такой. В чем вы ощущаете свою особенность? Молчание. Как я могу это расценивать? Надо было сейчас спросить, ощущаете ли вы свою особенность? Ну, если вы с
создали новый жанр буквально, если вы выступаете, выходите на сцену, соответственно, я, ну, вы не чувствуете, что новый жанр, вы принесете свое. Я вспомнил ответ на вопрос. Да. То есть по поводу того, насчет фрикбардов, есть ли еще такие. Есть яркий пример, который, кстати, вот гораздо лучше знают, хотя я... Многие из этих песен написал до того, как он стал вот так известен вот так. Это Семен Слепаков в камере, бар десятник, который поет вот эти смешные песни. У него есть и не смешные, как там, ну, как вы знаете уже, наверное. Вот, разные, ну, как бы, ну там в камере он поет веселые вот эти всякие. По сути, ну, это, в общем-то, мы делаем то же самое. Как бы. Кто не служит в ВВС, кто ходил по ПЖД, кто вступил в КПСС, кому нужно в ЖКХ, кто стрелял из ППШ, кто летал на НЛО, кто придумал ПВХ, кто взорвал наш ПТР, кто учился в ПТУ, кто сбежал из КНР, кто мыл стены в СГУ, кто разрушил ЦКП, кто разбудит ПВО, кто поджег склад с ТНТ, кто не понял ГПО, кто собрался в США, кто не любит НТБ, кто не любит РНХ, кто бежал за БМВ, кто обгадил ФСБ, кто разбил наш БКЛ, кто дурак на ОРД, кто не знает КБМ, кто полковник в ЦРУ, кто проректор в СГК, кто всегда дает ЦУ, кто работал на ПК, кто живет в ГИБДД, кто пойдет на ОБЖ, кто укрылся в гараже, а кто укрылся в гараже, кто нарвался на ГАИ, кто придавлен ДСП, кому делали УЗИ, кто устроил всем ЧП, кто не ел внутри АЭС, кто главу заучивал лука, кто не шутит с МЧС, кто не посеял дымка, кто поймал себе ФМ, кто не знал ВЛКСМ, кто не главный ВДР, кто не РСФСР, кто починит СТО, кто собрал ЛДПР, кто напился H2O, кто скучал по ПВР, кто носил трусы ХБ, кто болеет ОРЗ. Мы таких людей не любим, но они уже сказать, что сегодня мы не молодеем. Можете сказать, что сегодня вы не такие, как, скажем, были 3 года назад, 5 лет назад. Вот как меняются стихи? Есть, немножко меняются, наверное. Ну, поскольку за стихи в основном я отвечаю, то я могу... Ну, вот там, скажем, 2 года назад, 3, не сильно. Вообще, даже вот, наверное, за последние лет 5 изменилось не сильно все. Но немножко меняется, и, наверное, я надеюсь, что какой-то более... Ну, более, ну, более профессионально, как становится, так скажем. Ну, то есть, ну, глубже, это, да. Это ломаные ритмы, да, многие отвечают. Мне лично очень нравится. Это там, приходящие. Ну да, вот много именно технику, ну, как бы осваиваем. То есть, во-первых, ну, до сих пор, с чем у меня проблема, это с выбором какой-то. Вот, ну, мне кажется, что я пока еще и до сих пор не нашел и не копнул какой-то очень важной темы очень глубоко. До сих пор все как-то вот. Ну так все как-то, все, ну как-то так нормально, но как-то ни о чем. Песня ни о чем. Ну, а вот чтобы прям вот так серьезно, но по крайней мере я вот могу точно сказать, что мне нравится, мне кажется, что у меня вот я доволен некоторыми переслушиваю, думаю, здорово, какие-то именно технические моменты написания, ну, текстов, какие-то очень удачные рифмы, которые мне очень, какие-то обороты, я думаю, вот здорово, классно это придумал. Вот. Ну, а это оно тоже только с опытом, то есть, ну, и как с опытом, с чтением стихов, со слушанием хороших текстов каких-то песен. А какие хорошие стихи, кто пишет? Я, например, Маяковский, и сегодня. А меня, из современных вот, есть? Из современных я никого почти не знаю, не читаю. Наверное, Маяковским, надо. По-моему, у вас там не факт. Ну, вы не все песни слышали, но есть немножко там. Ну. Я заметила, много чего песен, говорят, что они пишут либо те, кто еще не знает, что это такое, либо те, у кого уже все позади.
У вас интересно, что это такое вообще? Я бы так сказал, я на середине, я так сказал. То есть у меня было и еще будет, я думаю так. В поиске. Или уже... Ты в поиске? Или уже нашел? Ну, я про тебя. Ты про себя скажи. Я играю на музыкальных инструментах. Я про любовь спрашиваю. А, про любовь. Ой. Вы же играете о любви. Это же, наверное, не знаю, про службу в армии, наверное, по-другому играют на аккордеоне, нежели про... Ну да. Конечно. Миша недавно познакомился с одной хорошей девочкой, и сразу буквально в течение недели под впечатлением этого он написал несколько, два там, очень красивых музыкальных, ну он музыку, он тексты не пишет, но сочинил две, не знаю, пьесы, не знаю, как ты их называешь, ну какие-то два музыкальных произведения коротеньких, очень красивых. Лиричных. Но у вас, я заметила, что от веселости до лирики там очень тонкая грань. Насколько у вас веселая музыка, настолько она и играет. Мы сегодня стараемся, да, спеть, ну вот нравится... Мы стараемся сделать такой плавный переход от веселого, потом к лирическому юмору, а потом к лирике, да, совсем вот так. Ну, оно как бы куда? Конечно, оно в жизни есть. И, ну, стараемся относиться с улыбкой чаще ко всему. Осенние... А, давай. Мне бы зарыться в них от черных ресниц твоих. Рыба как будто печально и резко попался на леску с одной смс-ки. По утрам говорю с отражением, что там шепчет зима ей. Ни Гришковец и ни Миронов Женя, что могу дать, кроме жизни моей. Бери меня. И даже времени нет. Времени. Я по звезде Скорпион, вдали она, а значит сразу мне и прямо ответит, что сколько бы ни было мной песен наблеяно, а БГ переблеять не светит. Черную белое сменяет полоска, и я нормальный, слава богу, не даун. И все ж какой из меня Высоцкий, какой, прости господи, Розенбаум. А я хотел бы подарить тебе яхту или хотя бы там какой-нибудь танкер, но у меня в карманах полный ахтунг, и в кошельке у меня тангер, тангер, ау. Днем и ночью счастье зову, ау. Душа хочет праздника. Спасибо! И если в городе тебя не найду, то по-любому найду в одноклассниках. Ну так бери меня. Не ври мне. И даже ври мне. Сколько времени мимо пролито. Есть что-то общее у меня со Стивом Ваем. Ты про него тоже думаешь? Кто это? Это я сейчас похож на Кощея. Ты помани, я пролечу 42 версты. Захорошею с тобой, буду вообще и Брэда Питисты, и Джонни Деписты. Но бери меня. Не ври мне, и даже ври мне, времени. Нет времени. Каким должен быть зал, чтобы
другое было комфортно. Вот сегодня вы будете петь, а люди вас будут слушать под пиво. Вот это не смущает? Честно, где нет. Где интересно? Для зрительного зала или в такой обстановке? Ну как, не смущает. Мы много раз пели в таких залах, и смущает только, когда люди, ну как бы, ну, то есть вот они, когда они не слушают, иногда они им интересны друг с другом, и они как бы, и мы тогда мешаем друг другу. Мы поем громко же, ну, микрофоны, мы мешаем им разговаривать, они начинают разговаривать громче, чтобы слышать друг друга. Мы, соответственно, их тоже слышим, и мы, ну, в общем, не очень. Вот это напрягает. А то, что люди пьют пиво, это нормально. Я тоже, когда прихожу на концерты, и пью пиво, как бы. Интересно мнение человека, хорошо, который в консерватории, наверное, должен сейчас играть. Ну, нормально. Не, ну, маленькое помещение, ну, сколько вот мы уже играли, на разных площадках играли, и пришли к такому вот выводу, что самое лучшее помещение для нас это вот такой маленький клуб. Ну, пока, да. Такой полутемный такой. Ну, как здесь. И, да, такая уютная домашняя атмосфера, где видишь зрителей, зрители видят тебя, там, обмены там, энергиями всякими. И получается душевно. Скажите, а что бы вы хотели своим зрителям сказать? Что-то пожелать? Сказать вам, зрителям. Слушайте, хорошо. Они там? Там? Туда надо смотреть? Не обязательно. Я собирательный образ. Как, вам, как собирательному образу слушателя, слушайте хорошую музыку. А что такое хорошая? Ну, хорошая, то есть она искренняя, красивая. Она может быть попсовая? Запросто. Да, ну да, может. Запросто. Мы если... нет, сегодня не будет. Ну, то есть, красивая. Хотя и надо вообще стремиться к красоте и, соответственно, слушать красивую музыку. Для моей любви.